Я говорю, апорт алматинский, кровавый. Запись пошла, вот он. Вот он. Пожалуйста. Опять мелкий, да что такое? Не, ну, по крайней мере, это сейчас... Он должен быть размером в детскую голову. До октября он будет большой. А, ну да, в принципе, это же осенне-зимний. Ага. Вот он начинает только окрас появляться. Он же темно-бордово-красный становится. У меня есть фотография твоей дочки. А, да. Там такое творилось. Тогда были, да, действительно, яблоки какой-то год. Очень крупные удали. Почти с лицо величиной. Слушай, ну вот это черешня у тебя, ипуть, и вторая, как называется? Ипуть, вот это левая, это обстуженная. И почему они не замерзли? А что бы они замерзли? Они выдерживают легко, это от наш мороз. Ладно. Это, знаешь, с Челябинска я выписываю. Вот именно. Сады России называется, которая фирма. А вот тоже персик, пожалуйста. Пожалуйста. На солнышке он тут, ну, тут крупнее, конечно, чуть-чуть, чем там. Там его тоже навалом. Пойдем дальше, пойдем, похвастаемся. Пойдем. Ой, где особенно-то. Ну, крупным не назовешь, но тут... Да он не крупный, он вообще вот такой вот вырастет. Ну, в два раза толще станет, и все. Чудеса. Чудеса. А, Ника у меня в этом году хреновенькая. Ну, Ника хреновенькая, ну... Давай так, сколько сможешь косточек, столько набери. А, ну, ладно? Хорошо. Почему? Чернослив. Потому что я им показываю фотографии. У людей крышу сносит, требуют черенки и косточки. Идем, и везде, вот персик, персик. Я им больше увлекаюсь только из-за того, что абрикос – это хорошая вещь. Ну, но привычная. Но он плодоносит, бывает раз в 4 года, в 3 бывает раз плодоносит. Не то, что плодоносит, а наши условия. Ну, ты вот сколько, помнишь? Нет, в прошлом году ужасный урожай был. У меня это... В этом году едва-едва. У меня дважды культурные пропускали. А один год удивительно культурные были, но не было мелких. Uh-huh. А один год было мелких на каждом дереве по 20-30. Мелких имеются манжурцы, там амуры. А вот крупноплодные, да, они слабее. Не, понимаешь, они не мерзнут, ничего с ними не случается. Цветут вроде бы, ну, а чаще всего цветов нет, потому что морозы не выдерживают, возможно. Вот когда сильные морозы длительные, то цветовые почки... Сибирь, Сибирь. Да. Вон твоя. А я для чего заготовил 150 банок с косточками? Вот. За один сезон. Это венгерка, грушевидная. Вон, а, тут... Хорошо, плотненько, да? Ну, левое дерево. Плохо видно. Слабовато. А вот смотри, вот здесь. Вот. А вот они, вон они, там густенько. Вот здесь хорошо видно. Вот залезь сюда. Вот тут великолепно. Даже и снимать будет очень интересно. Ну, в смысле, показательно. Вот она, пожалуйста. Ну, у тебя помогу. Уже... А говорил, нет урожая. Ну, какой это урожай? Напугал меня. Урожай, скажи, когда ведра четыре. Я имею право, как твой сообщник, продавать косточки, черенки и косточки с дерева, которое началось от меня. Причем здесь... Морально. Я сейчас это морально праве. Бери да продавай, кто себе это запретит. Ага, тем есть... более это необходимо даже распространять. Да, продукты. Но дело в чем. Очень достойное. Дело в чем. Вот, допустим, у тебя урожай был. Ну? Я хоть одну косточку тебя попрошу на продажу. Когда? Чуть-чуть эту. Это же челябинская. Никогда не попрошу. Нет. Только наши. Вот, здесь урожай слабенький. На этом дереве. Ну, а тоже я его на зиму вот гну, прижимаю такой, ну, как скажем, палки крючкообразные делаю, ну, вот как клюка такая, да? Втыкаю, пришпилил сколько можно, лапником обкладываю, обыкновенным сосновым лапником. И наверх, ну, нетканое полотно, которое называют агрилом. Все, пусть ночует. И благодаря этому каждый год у меня урожай. У тебя лапник, а другие предпочитают полиэтилен, а сверху агрил. Ну, в таком случае... А мне кажется, все, сопреть может. Я... Не. Вон то дерево, я накрывал агрилом, а сверху полиэтилен, чтобы снег сползал. А снизу, если полиэтилен, думаю, подопреет. Да хотя, хрен его знает, нужно вовремя убирать. Ну да, но это тоже важно. Настала, допустим, весна, и устойчивые... Не ниже 10 минусов. Все, можно раскрывать смело. Так. Это мраморная ветка, ага. Прилитая на сорт другой. Это была скороспилка Мичурина. Я вот пару веточек взял мраморных. Прилит. Ой, она уже отошла. Мы ее жрали. Скороспилка мне... Так быстро созрела.
нужно одно дерево, даже одна ветка. Она быстренько кончается быстро. Это московская. Осенняя московская. А, вижу. Ну ничего, урожай нормальный. Так, ну подошли к моей гордости. Да, а так ты обобрал ее. Вот сегодня последнюю вишню лазил, обдирал. У меня же это был брат мой родной, то есть не родной, двоюродный брат Николай, со своим сыном и со своей женой. И, короче, четыре человека с Кузбасса. А для них это в диковину, они с удовольствием ее ели. Сегодня собрал, ну, почти последний бетончик. Там на макушке еще осталось, некуда лезть. Вон она, нет, только здесь там ерунда. Шею сломаешь. Она была улепленная вся. Вот. Да. А Владимировская еще чуть-чуть осталась. Воробьи, ну, Владимировская герои. Это уже... Героют птицы в долбе. Люди, если заметили, у меня-то ее нет в этом каталоге. Да. Почему, догадайся. Да не знаю, она, может быть, не очень востребована. Вот, хотел обмануть воробьев, то есть птиц, чтоб не клевали. Сделал вот эту ворону. Ну, при ветре она шевелится, все. Вон они там внутри, видишь, клюют. Ага, бесполезно. Бесполезно. Они поначалу где-то дня два. А где, где ворону не вижу? Вон наверху. А, вот это ворона. Да, она вроде шевелится. Сделал, чтобы все там. Бесполезно. Дураков нет. Дураков нет. Разоблачила. Вот. Вот. Та слива начала как бы пригасать. Это ника. Замена готова. Да, замена. У меня там, правда, две ники еще замена. Там на сливе привито, а это на абрикосе. Вот. Мне абрикос... уже плохо, пойдем в тень. Пойдем. Вот. Ты, для меня в это время 30 градусов, это до грани госпиталя. Константин, что бы я хотел сказать, вот, даже садоводам. Сядь и говори. По Челябинской области... Вот, Екатеринбург, там Челябинск, самый вишневый край, там, ну, в общем, пропала вся вишня. Уже и там? Там, нет, там в первую очередь. Пропал Запад России. Монолиоз, или как его называют, заболевание. А у меня хороший знакомый в Ивановской области живет, в самом Иваново, а у него поселение где-то там, ну, рядом, в Ивановской области. Говорит, у меня все спалило. То есть там тоже. Говорит, почернели все вишневые эти. Вот, зараза, смотри, жук в кармане. А, видишь, карман. Это бронзовка. То есть жалко. Вот, поэтому предлагаю, рекомендую. Вот косточки от жуковской вишни. У меня их много. Это набрал. Ты конкретному человеку? Любому. А я всей стране. Нет, я говорю любому. Именно даже всей стране, можно сказать так, если пафосно, глубоко. Потому что если сады повымерли вишневые, у них там, не знаю, какие сорта были в основном-то, понятия не имею. Но жуковская у нас великолепно себя чувствует. И вот эта степная, да, Владимир. А я ее, знаешь, откуда привез, помнишь? Кого? Жуковскую. Ну ты его с этого, с Украины привозил. Не просто с Украины, а с юга Украины. 200 километров от Крыма. Ой, блин. Теперь так, привел. Давай, давай, тогда технология. Ну что привел? Не-не, при 40 градусах, я сейчас скажу насчет темы, это самого мороза. При 42-43 она спокойно у меня жила сначала на даче. Ну, здесь больше 40 не было. Хоть бы одна почка отмерзла. Прекрасно так себя чувствует. Вопрос. Вопрос. На кого привит? А, она привита на Владимировскую. Вот, а Владимировская, она фактически одичала у нас так, ну, что я вообще морозов не замечаю. Пол степи ее уже заполонила. Вот тут. Именно. И просто рекомендую. А последнее время я что делал? На эту вот косточку жуковской раз посадил, вырастил саженец, и на нее же жуковскую прям с основного дерева прививаю. Плодоношение на третий год наступает. Кустики еще небольшенькие, да мне вот так по грудь. И уже в ягодах. И еще корневая. И важно, что это от Владимирской я замучился, ну, выкашивать. Раньше даже выкапывал, там подрезал поросль. Она прет где-то, ну, от одного основного дерева. Да в каждую сторону не менее 6-7 метров. И этот, как его называется, газон заполонило так. Ну, я перестал, сейчас только кашу газонокосилкой. Но, давай теперь но. Но согласись, что то, что ты выкашивал, в качестве подвоя, имеет право быть, потому что у них морозостойкость. А на кой черт она мне надо? Это тебе, а вся Россия, которой ни хрена нет. Я всей России. Ты о ней подумал?
конечно, подумал, почему их полагают. Пусть сеют косточками и на нее прививают, и все будет в порядке. Вон они у меня, вот таким образом, два деревца, но я тебе показывал тут. Ага. Одно такое уже, что как раз едва руками достаешь, а второе вот, малюсенькое. Привито, великолепно себя чувствует, но поросли мало. А, совсем. Ты ее же на ее привил, помню. И только из-за этого, ее чтобы же поросль не шла. Мне вот эта поросль, знаешь, достала. Молодец, сообразил. Почему я и сливы вот это стараюсь не на китайку прививать, вот это восточные сливы, а на какую-нибудь эту же сливу, допустим, тоже черносливу или венгерку. И чаще всего на обычный абрикос, сорт бай. Не знаю, да, где на другой. Ты меня удивил чем? Только пониже. Одно из моих открытий. Ну, чего? Первое, минус, это я прививал на китайке, этот самый, абрикосы. И ничего не пошло. Я считал, что абрикосы и китайки антагонисты. Да. А ты взял и привил на венгерке, я после тебя. Они, нет, оказываются не антагонисты. Абрикос и слива могут быть родными братьями. Но могут, венгерки... У меня слива только это, европейская, ну, так называется, домашняя слива. Вот ее называется, да, да, домашняя. А это восточная, это китайка. Вот, все они прекрасно приживаются. Вот Ника, венгерки обе у меня, на ней чернослив там же. А это все венгерки. И да, Ника, венгерка, все... и черносливы, это тоже венгерка. Да тут их всего-то, как бы сказать, две группы, что ли. Ринклоды — это все круглые сливы. Да. Это... Продолговатые, длинные — это венгерки. Ну, это может бывает и это. Ну, обобщение. Но мы обобщаем по принципу, ну, лишь бы не вот придирались. А вот это вот я тоже думаю, хватит. Может быть, Жуковская не ползет так, как это Владимир. А теперь скажи, не ползет точно, я сейчас хитрый вопрос. Ты мне звонишь и говоришь, у меня полно косточек Жуковки, выбрасывать жалко. Все, да, это... жалко, ты вот хотя бы это... А теперь смотри, может ли оказаться... Потому что, в принципе, у меня этой Жуковки, это, трехлитровая банка, ее там тысячи. И вот, я знаю, что и ту не продам. Я знаю. У меня же урожай отменный. И что дальше? Плюс твою, сколько тысяч? А если хоть раз отзовется хоть один институт, чтобы вас, с помощью сибирских вариантов вот этих вот... Не, вот я этого, тебе могу сейчас... Возродить. Так. Вот, и последнее вон досыхает. Все понятно. Давай так. Тысячи вот здесь даже. Я беру под реализацию. Да, бери хоть. Потому что я знаю, что и свою не продам. А вдруг впервые за много лет кто-то скажет, господи, да, в Сибири, они же не болеют, они не замерзают, вообще не болеют. Не болеет. Вот чтобы вишня у нас болела, пока этого чуда не было, слава и богу. И не будет. Не дай бог. Мороз — это все-таки, генерал Мороз, это не только который уничтожает, но и который держит самые здоровые формы в форме. Ага. Вот хочешь, забирай. Я уже, вторая банка была, я их уже раздаю, так уж половина осталась. Короче, я беру под реализацию. Вот брат приехал сейчас этого с Белова. Говорю, вишня у тебя есть? Нет. Такая какая-то, ну, типа нашей степной есть, но она говорит, что-то хреново плодоносит. Ну, плодоносит плохо, это если, допустим, почки подмерзли, у них там морозы чуть-чуть круче, или пчел не было, не опылили. Я говорю, бери семечки. А он, саженцы давай, мол. Я говорю, не, я саженцами уже не занимаюсь. Бери, говорю, семечки, через каждые, допустим, 10 сантиметров по одной семечке на зиму. Именно на зиму, где-то в сентябре в конце. Воткни вот так вот все. Показывай даже на пальце. Во, дырочку сделал. Ну, в смысле, это условно говорю, дырку. Раз, туда кинул. Дырку кинул, семечку, и все. Возможный вариант, что не каждая взойдет. Ну, будет там через 20 сантиметров схоже. А по уже на следующий год рассаживай куда хочешь или прививай. У меня за год они вырастали где-то, ну, вот так вот, примерно сантиметров 60, 70, 80. Они очень, ну, быстро рослые, особенно первые вот эти первогодки, молодые саженцы, мгновенно растут. И, пожалуйста, они готовы за один год к прививкам. Прививай. И ты знаешь, что интересно? Но. Можно продвинуть черешню на этот самый, на север, благодаря Жуковке. Так вот, вот это и... Сама не вымерзает и принимает черешню один к одному. Константинович, на эту же Жуковку
я привил и путику, вот, и путику, ну, и этого черешню. У дочери в этом году она уже плодоносит, на четвертый год пошла. Так это ты художник. Да при чем здесь художник? Ни черта ей не делается, она прекрасно приживается на вот этой черешне. Так вот, я да, родственник, еще бы ей не прижить. Так и она у меня уже заражена черешней. Ты хоть я тебе говорил, нет, чего нет. Я начал. Что такое? Еще молодые я привил на эту, на местную вишню, которую ты Владимиркой называешь. Ну, через несколько лет на ней уже черешня росла, а потом черешневые ветки погибли, ну. А эти стали слаще и крупнее вишни. Ты думаешь, я на Украине брал, там были огромные вишни? Это я на это. Нет, середнячки. Ну, дерево было где-то лет 50. Какие там крупные вишни могут быть? А я на ней черешню привил, несколько лет черешня передохла. Это было первое поколение. А теперь у меня вон они черешни какие. Вот. И становишься на эту, на как называется? Лестницу. На лестницу еще половину не достаешь. Вот я в этом году жуковку ровно наполовину спилил. Ты обратил внимание? Нет. Вот дерево оно громадное, роскошное. Вон ствол какой уже стал, да? А туда я уже ничем не могу достать. Зачем оно мне надо? Это раз, да? А потом птиц привлекать, мне надоело их отпугивать. Иногда охота себе урожай чуть-чуть поиметь, а не птичек кормить. Я ее ровно половину ствол опилил, ветки, там вот такие вот. Думаю, на обновление пойдет, если что. Думаю, железо, может, возьмете еще череночек себе. Да мне это, мне с черенками достали. У меня деревья старые уже, без черенков. И укоротил, она у меня сейчас наоборот вот так вширь пошла. Я его спокойно, без всяких стремянок, спокойно почти всю вишню собирал. Короче, поделишься для людей. А они, знаешь, это самое, как он называется, ветки до того гнучие. Мало того, урожай сильный был, пришлось подпорки ставить. Прям натуральные рогульки. На землю, то есть на газон попадали все ветки с этими ягодами. Ну что, художник сделал, он, ходим, есть художник. Щипаем, доим эту коробку. Знаешь, открою секрет. Я в своих фильмах, статьях говорю, Чернобаев – это штучное изделие. Не надо мне. Не надо. А я тебе это имею право говорить, то, что думаю. Ну, можешь, конечно. Можешь. Вот, даже то, что ты сейчас говоришь. Вот смотри, я только начал говорить. На нем можно черешню привить. Это уже привил. Я еще только рот открыл. Зачем она у меня уже плодоносит? А она еще и плодоносит. Черешня, сорт. Ты впереди паровоза беги. Знаешь, такая вкуснятина оказалась. Она, когда созреет, аж черная почти делается. Ну, как краплачно-черная. Краплак это такой. Вот первый урожай у меня был черный. Да. И у нее мякоть внутри становится какая-то сливообразная такая, вот как у европейских слив. Не дразни людей. Вкусная, сладкая, правда, очень сладкая. Не дразни людей. Слушай, надо закругляться, давай, потому что сейчас он сам отключится. Моргает этот самый, да. Который... Все, поэтому я просто рекомендую попробовать нашу... Да ты рекомендуешь, ведь сейчас выйдет фильм, и ни одного заказа не будет. Надо вишню эту самую рассевать везде и... как называется? Выращивать. Вот этот Андрей Сиванова, Завьялова его фамилия, он у меня тоже саженцы просил, сделай саженцы. Я говорю, слушай, да я уже устарел, возьми, бери семечки, сей и сам делай. А потом черенки хочешь, ну черенки я тебе пришлю. Вот. Мне уже надоело, не то что надоело, а как бы сказать, сам знаешь, спина болит. Да, вообще это надоедает. В общем, физически тяжело. Саженцы посадить, чертовщина это такая, знаешь, простенькая. А чтобы их привить, потом выкапывать, куда-то распределять, да ну... Хватит. Так, время вышло, сейчас это последняя полминуты пошла. Значит так. Ну просто рекомендую. Прощайся с народом. Тут только на сегодня прощайся. Впереди заготовка. Что? Черенков. Впереди заготовка косточек персика. Ты сейчас лидер. Не, персиков, да. Пока не знаю, кто еще выращивает. А, Жестовский еще выращивает, допустим, персики. Ну, у них свое это. Вот, я не суюсь на чужие сорта. Да-да. Вот. У нас с тобой сады-дублеры. Ну-ну. У нас все общее. Они выращивали, то есть у них основной тоже хасанский сорт. А я им когда-то дарил. Далее. Днепровский выращивали. Потом, как-то он называется, осенний сюрприз. Точно. И...
Они подмерзли. Днепровский вымерзли. Сейчас отключится. Скажи, до свидания. Ну, всего хорошего. А дальше всем. Поговорим. Да. Ага. Да,